555 вариантов в пятницу 13-го. Сегодня в ДК КАМАЗа прошла ярмарка вакансий, где работу соискателям предлагали 18 предприятий города. Всего ее посетило более 300 человек, а направление на трудоустройство смогли получить 54 кандидата. Кроме рабочих специальностей, им предлагали должности юриста, экономиста, повара или медсестры. Сразу по несколько вакансий имелось у представителей железной дороги и дошкольного образования. Нам требуется на сегодняшний день уборщик служебных помещений, младший воспитатель и плотник на полставочке. На сегодняшний момент мы практически всех младших воспитателей набрали. У нас в основном только вакансии стрелки. Берем и женщин, и мужчин. Конечно, преимущественно мужчин. Но как такое предприятие государственное, мы не имеем права у него кому отказать. Кроме того, в постоянной базе центра занятости сейчас имеется 2700 вакансий. В то же время вставших на учет безработных даже меньше, на пару сотен. Люди ищут место как по полученной специальности, так и по своим способностям. Следующие ярмарки пройдут 20 и 26 ноября. Нам нужен вакансии экономиста для дочери и для меня вакансии инженера-механика. Но такой вакансии по специалистам здесь нет. В основном рабочие вакансии. Я ищу вакансию учителя начальных классов или воспитателя в детском саду. Пока вот еще не нашла. Пока заводы, пока смотрю я вот другие разные мероприятия, пока свою работу не нашла.